А под Воронежем произошла сегодня ночью массовая авария. Водитель фуры буквально протаранил автомобили ДПС и скорой помощи. Спецмашины приехали на место раньше, на другое ДТП. Фура не увидела их и задела также еще одну легковушку. Скорее всего, водитель просто не вовремя затормозил. Ну, свидетелем стал наш гражданский репортер. Он прислал уже кадры с места аварии. В итоге, как рассказывает, там пострадали 3 человека. Из них 2 сотрудников ДПС и врач скорой помощи. Они получили черепно-мозговые травмы. Сейчас их госпитализировали уже в местную больницу. В обстоятельствах аварии разбираются. Свидетель.